Мы сегодня начали серию турниров под общим названием «Гераклеон Тест ОФП», в сокращенной аббревиатуре ГТО. Ну, если хотите, это наши ответы тем тенденциям и решениям, которые сегодня принимает высшее политическое руководство страны, но по большому счету не только, а может быть даже не столько это. Захотелось немножко разнообразить практику кроссфита какими-то не вполне стандартными для кроссфита, для функционального высокоинтенсивного тренинга тестами. И в первом турнире подобного рода мы решили использовать те упражнения, которые всем хорошо известны. Часть из них относится к такой, знаете, ретроспективе нашего силового спорта, это упражнения с гирями. Часть из них сугубо гимнастические, это подтягивание под носом рук на перекладине и упражнение, которое является мерилом абсолютной силы, это тяга, причем с таким усложненным грифом аксель. Мне представляется, что вот такого рода турниры, они очень важны и нужны. Они нужны для того, чтобы не быть зашоренными с точки зрения оценки своих физических кондиций, с точки зрения общепринятой, скажем, в том же кроссфите. Иногда нужно сделать какой-то шажок в сторону для того, чтобы понять, насколько ты подготовлен в каких-то вещах, которые являются общим знаменателем не только для кроссфитера, и не столько для кроссфитера, сколько для вообще людей, занимающихся спортом. Поэтому общее, это всегда полезно разнообразие. Кстати, и кроссфит сам по себе предполагает постоянную варьируемость упражнений, которые применяются в тренировке, поэтому мы здесь абсолютно не отклоняемся от мейнстрима методологии кроссфита как такового. Ну а если быть более, так сказать, даже не серьезным, а рассматривать с позиции влияния общей физической подготовки на общее состояние, так сказать, развития спорта в стране, мне кажется, это такой турнир очень важный. Мы это будем делать не меньше, чем 3-4 раза в год. Мы будем предлагать на разных турнирах проверку разных физических качеств. Мы будем приглашать сюда всех, кому интересно занятие спортом и общей физической подготовкой во всех ее проявлениях. И будем стараться доказать, что кроссфит, как та тема, которой мы глубоко и серьезно занимаемся, тот метод тренировки, который позволит при общих равных условиях кроссфитерам побеждать в подобных турнирах. В частности, сегодня это произошло. И я думаю, что это закономерно. Будем смотреть, что будет происходить дальше. И задача, оттолкнувшись от практики, доказать и показать эффективность функционального высокоинтенсивного тренинга как метод общей физической подготовки с тем, чтобы как минимум элементы его, те люди, те власти, те структуры, которые в стране занимаются принятием решений о системе общей физической подготовки и тестировании этой общей физической подготовки, наконец обратили серьезное внимание в эту сторону. Увидели за деревьями лес, если хотите. Увидели мейнстрим мировой спортивной мысли. Увидели, что здесь, в этой стране, уже достаточно широка аудитория апологетов того метода тренировки, который позволяет достигать очень высоких кондиций и результатов. Будем в этом направлении работать.